Приветствую, друзья! Сейчас хочу представить вашему вниманию рецепт. Будем делать форшмачок. Никогда его тоже не делал. Мне товарищ рассказал, как это делается. Коллега по работе. И сейчас сделаем с вами форшмак. Итак, на этот рецепт у нас идет две филейки селедки. Яйцо по половинке на каждую, то есть из расчета такого. Сейчас я нарежу яйцо, сваренное вкрутую. У нас идет, я думаю, что половина кислого яблочка. Ну, это семеринка должна быть. Ну, должна быть кисленькое яблочко. Ну, я думаю, что это кислое я нашел. Красный лук. И перчик белый и черный. Можно было еще розе добавить красненький. Ну, сделаем так. И потом еще пойдет... сливочное масло. Но это уже позже, я потом покажу. Сейчас буду нарезать яйцо, буду опускать эти подробности, чтобы вас не утомлять. Рубим меленько. Чем мельче, тем лучше. Вот на форшмак, конечно, лучше все рубить. Не взбивать блендером или там какими-то механическими какими-то приборами, а лучше все нарубить вручную. Супер. А еще недавно она плавала и смотрела голубыми глазами. Беремся за половинку красного лука. Точно такая же история. Нарезаем его как можно мельче. Рублю и плачу. Не знаю, может уже достаточно мелко, может еще больше нужно было бы, но очень классно с этой задачей справляется пчак. Благодаря своему форме лезвия, плоский. И он хорошо рубит так. Ну и хватит, я думаю. Вот так соломочку. И соломочку поехали нарезать мелко. Такие мельчайшие кубики. В идеале. В идеале мельчайшие кубики. Так, теперь мы все это нарубленное тщательно перемешиваем. Не знаю, как или с ингредиентами здесь получилось. Но посмотрим. Я бы такой, что еще бы, конечно, пару филейчик селедки сюда подрубил. Посмотрим, наверное, так я и сделаю. Потому что я вижу, что всех остальных ингредиентов многовато. Ну и, конечно, чуть-чуть видно где-то крупно порубленное яйцо. Ничего. Самое главное идея, правильно? Так. Ложим сюда масло. Масло я ложу где-то 1/4 от пачки. Может, даже много слишком. Так, начал я смешивать. И я так понял, что недостаточно было селедочки. Еще две филейки я подрубил. Еще две половинки от селедки я подрубил. Все. Ну, а теперь уже оставляем как есть. Добавляем немножко специй. Черный перчик пошел. И белый перчик сейчас мы добавим. Молотый. Все, шикарно. И это нужно теперь хорошенько все вымешать.
Так, вымешиваем тщательно. Вот он начинает уже браться таким, как такой массой. Это очень хорошо. Солить не нужно, там соли в селедке хватает. Яблочко даст кислинку, лучок и немножечко перчика. Вот такое блюдо. Вот так, поставим это на крекерс. И будем снимать пробу. Ну что, пробуем? Да. Я правильно сделал, что добавил еще две селедочки туда. Две половинки. Это бомба. Закусочка. То, что надо. Да. Традиции. Традиции вечны. Не забывайте подписаться, и вам будет вкусно.